Привет всем, с вами Ник, и это 13-й эпизод Craft for Fun. Сегодня мы будем это делать котяток. Котятки? Да ну нахер их, толку с них нихуя. О, блин, Google. Чё, пьяная что ли, не пойму? Я не пьяная. Просто слова нахер и нихуя вызывают у меня затруднения. А где Гудини, кстати? Я ж тебя отправил отдыхать вместе с ним. Гудини? Да хуй его знает. Мне вообще срать, где он. Понятно все с вами. В общем, народ, что я хотел показать там. После того, как я обновил свой Майнкрафт, у меня почему-то он стал как-то глючить. Странно. И еще. Я тут кашель небольшой, так что не обращайте внимания. В общем, я обновил его до последней версии, до этого у меня стояло 1.7.2, просто мне впадло было обновлять все моды, но сейчас я это сделал. И помимо всего прочего, какой-то пидорас залез ко мне на второй этаж. Он жаловался мне, что у него нет жилья, его никто не любит. Я его поселил к себе. Кстати, ему надо кровать бы сделать, а то замерзнет тут бедненький. Не дай бог еще. Честно, на дворе ночь, а я опять херню страдаю. В общем, что я хотел сделать? Мы хотели сделать, как бы, котяток. Мне надо сделать для начала для них комнату и уже потом искать их. Для этого, для того, чтобы приманить котяток, нужна жареная рыба, которую мы потом сделаем. Для этого надо либо убить медведя одного, либо пойти порыбачить. Первый вариант гораздо быстрее и эффективнее. Первый же нудный и долгий, поэтому я уж лучше предпочту первый. А пока мы будем спать. Этому пиздику просто кровать забыл сделать. Ложись, дорогой. Ладно, не буду мешать тебе. Так. Я придумал, для чего я, как бы, что я сделаю внизу, то есть комнату для котяток, хотя нет, я уже передумал, потому что это надо делать наверху, чтобы я смог следить за ними. За ними нужен уход, и для этого мне надо много деревянных планок и стекла. Потому как я буду делать третий этаж своего дома. Ёб твою! Напугал, блин. Не пугай меня так. Сделаем тут. Ну и готово. Итак, что мы дальше делаем? Ах да, я же еще забыл показать вам, что нового в обновлениях сделал. Я поставил еще специальный мод, который называется стеклянное, то есть это цветное стекло, в общем. Где оно было? А, вот. То есть можно делать стекло любого цвета. Это, так сказать, для декораций. Еще обсидиан мод, в котором
разного рода инструменты обсидианные, вот кроватки. Я не помню рецепты этого, это кошачьего корма там, всякой прочей хрени, поэтому мы просто сделаем этот, через инвентарь возьмем, и я вам просто продемонстрирую это, чтобы долго не тупить с рецептами и так далее. Это лоток кошачий. Самая вся проблема в том сейчас, что его нельзя будет убрать, если кот его засрет. И придется его выносить куда-нибудь и сбрасывать. То есть, ну пока это новая функция, ее не предусмотрена. Вот кошачья еда, это нужно будет специальный лоток для, где кровать. Вот кровать, например, для кота. Там нужно будет насыпать корм, а можно и молочко. Это, короче, смотря будет, как себя кот поведет. Там будет написано. Вот. И шарик, чтобы играться. Ну и в общем, я сейчас это поставлю все сюда и покажу вам. А, например, сюда. Немножко подвину. Так как оно у меня статично. Я вот не знаю, вот как переустановил мод, есть такая проблема, что-то у меня все светится. Не знаю, с чем это связано. В общем-то. Но мне лично пофиг на это. Мне это не особо раздражает. Вот, где-то так. Пусть тут стоит. И теперь лоток кошачий мы поставим сюда. Да, блядь. Блять, хули он светится-то, а? Сука. Вот сюда, короче. Так, ну и чё? Дальше. Надо ящик здесь забубенить. Все сюда сбросить. Я так понял, что сейчас нам не удастся пока поискать котика, потому что ночь уже на дворе. Так, я не помню, как люк делать еще. Где люк-то там? Поставить его. И, короче, мы идем спать. О, я уже нашел кота. Может, я еще успею? О, ты что тут делаешь? Пиздуй обратно наверх. Давай, давай, давай. Давай, это не твоя кровать, блядь. Мудила, блядь. Рыба. А, вот рыба. Короче, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пожаем рыбку и привлечем ею кота. Ах, да, я же забыл еще про медальончики. Это чтобы кот стал твоим, как бы. Надо на него медальончик повесить после того уже, как ты его заманил рыбой. Итак, рыба у нас готова. Еще что я хотел сказать. Я поставил новый мод, в котором добавляется 9 новых криперов. То есть земляной крипер. Так что тут нужно быть осторожным очень. Надо ему сбросить рыбу. И он тогда заметит. Вот сейчас он подойдет к ней. Он ее съел. И теперь я могу его взять себе. Так, как назовем кота? Назовем его Кузя. Ну, у меня фантазии на котов нет, поэтому... Вот... Мы его заберем себе. Сейчас я отнесу на второй этаж.
если недорогой. Ой-ой-ой. Он меня немного обиделся, наверное. Я ударил случайно. Ну, блядь, ну что ж поделать, если кровать здесь его. Значит, что? Над его головой висит имя и показатель здоровья. То есть... и он сейчас пока ничего не хочет. Нам нужно, короче, факелы там расставить, а то я нихуя не вижу там. Хотя бы немножко. О! Вот он хочет кушать, видите? Это значит, ему надо насыпать. Слышь ты, урод, я тебе вообще-то насыпал. Сука. Я тебя насыпал, пиздуй. На свою эту кровать. Он на меня обиделся, походу. А, хотя... Этого исправит положение дела. Ну а я пока тоже лягу спать, ибо заебался. В общем, я вам показал сам этот процесс. В чем суть была. Вот, поэтому... Итак, и посмотрим, как там наш котик. Блять. На, жри рыбу. Не, ну он меня не слушается на натуре. Вон твоя кровать, мудила. Ну, че ты тупишь, блять? У него весом фейс. Ну, короче. Он все равно мой в любом случае. И... Просто он у меня разозлился, видимо, потому что я его ударил об лестницу. Пока тащил наверх. В общем, это я вам и хотел показать сегодня. Зато я теперь отстроил еще и третий этаж лично для кота. А эта сука все недовольна. Это был 13-й эпизод Craft for Fun. С вами был Ник. Пока.